Хочу представить вашему вниманию розыгрыш на катушку Supercast. Довольно-таки хорошая катушка для леща. Это вообще имба, ну и не только для леща. Вот она, нетронутая, прям вот только с завода в масле. Что нужно сделать? А все очень просто довольно-таки. Давайте приблизим чуть-чуть браузер. И есть у нас 4 основных пункта. Первое, это быть подписанным на мой YouTube канал. Обязательно прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Комментарии под именно постом в ВК. Написать свой никнейм, чтобы мне проще было выдать приз именно тебе. И четвертое, обязательно нужно быть подписчиком группы ВКонтакте. Вот всего таких 4 простых пункта, и ты можешь получить довольно-таки хорошую катушку. Тем более, если ты новичок, то для тебя эта катушка просто, ну, имба. Так что вот, как только будет 2000 подписчиков, сразу же в этот же день я делаю розыгрыш на эту катушку. Успей. Возможно, именно ты станешь победителем. Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала. С вами снова Влад Эльзан, и сегодня норвежка. Стою на 34-й банке вновь, но сегодня проверка на 3 поролонки. Зеленая, желтая и черная. Ну вот, постепенно у меня они подзаносились, какие-то уже поменял даже. Вот, стою на точке час 20, 44 рыбы в садке. Лезет, конечно, очень много сайды, 3 бельдюшки, камбала, 2 крабика даже попалось, мирланги такие, пикши, паллаки, сайды, сайра, сардина и треска. Ну, конечно, сайды дает такое прям преимущество на самом деле. Но я пущу ее на филехе. Там практически всю. Поэтому, ну, в этом есть какой-то смысл потаскать сайт. Вон еще кирчак первый зашел. Ни разу еще кирчака не было. Ну, вот сейчас постою, добью турик. Там где-то минут 40 осталось. И посмотрим, что вообще выйдет по рыбам. Ну, просто захотелось проверить на поролонке. Потому что в недельках... Не знаю, может, вообще все зеленые поставлю. В недельках, получается, у нас там по бельдюгам. На зеленый поролон там много бельдюг зашло. 3 на зеленый и 1 он вообще на это зашла. На могу. Вот, может, и могу попробую поставить. Сайры там тоже на всякие бяки. Но тут на зеленый камбалы морские попадались. И сайра на желтую. Поэтому я поставил желтую. Ну и зелененькая была подбитая жизнью. Вот. Не знаю, сейчас, может быть, поставлю 3 зеленых вообще. И попробую так фигачить. Потому что спирс-то я на зеленый фигачил, если кто смотрел тот видос. Ну, кстати, вот это, возможно, даже бельдюга. Ну, конечно, может быть кирчак или все что угодно, кроме сайды. Ну, будем представлять, что это бельдюга. Это катран. Вот, поставлю сейчас 3 зеленых и попробую на них пофигачить. Заканчивается мой билет на лодку. Вот... Попадаются бельдюги на разные поролонки в ночь, да. Ту ночь. А, ну это не ночь была, ну были бельдюги. Давайте по бельдюге. Смотрим. Поролон, поролон. 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 Магот. Поролон. В основном бельдюга лезет на поролон разного цвета. По чату я еще смотрю, на синюю поролонку вытащили на кило с копейками бельдюгу, на желтую только что вытащили камбалу трофейную. Вот красную не знаю, я там пробовал разную ставить. Красная была, вместо нее я поставил желтую. Точнее, сначала я красную поставил вместо магота, но на красную что-то она себе не очень-то и показала на самом деле. Вот, ну что-то садится по рыбам, ладно, не успел вытащить. Ну 77, и я там штук, может быть, 5 резал на филе. 80 рыб за 2 часа, ровно 2 часа я постоял. Ну, по количеству рыбы это довольно-таки хорошо. По кафе я не уверен, то, что тут есть вообще что-то закрыть. Ну, сайда есть, ладно. По мастеру сортируем сайду. Конечно, тут по деньгам будет вообще фигня, хоть бы косарь вышел на самом деле. Так, раз, два, три, четыре. 88. Возможно, пикши. Нет, пикши не хватает. Да и все, в принципе. Макрели вообще ни одной не было. Все печально.
Поймать бы синюю трофную зубатку было бы хорошо. Но об этом только мечтать. По цене давайте рассортируем. Дорогой рыбы нету. 800. Ой, моя математика. 848. Там было 88. 936. Ну, пускай то, что я порезал. Типа 950 монет за 2 часа. Отходил я минут на 40. Ой, минут на 40, минут на 20 я отходил. И не выходил с игры, стоял просто АФК на банке. Ну, в принципе, 1000 монет за 2 часа, 500 монет в час на поролонке, ну... Отнимем лодку. Я бы не сказал, что это хорошо, потому что таким же темпом можно попробовать половить отсюда с берега, и я не уверен, что тут результат будет намного хуже. И тут будет только экономия на лодке. Ну, я сейчас этим попробую заняться, в ночь пофигачу. Может быть, что-нибудь и будет. Единственное, плохо, сейчас надо филешки подрезать большие, чтобы летело подальше.